Изучив материалы по игре, понял свои ошибки. Во-первых, чтобы рубить скалы специальным топором, нужно достаточно прокачаться. Я же набирался опыта на слабых врагах, избегая стычек в сложных подземельях. Во-вторых, на скорость повышения уровня влияют характеристики знака зодиака и группы крови, вводимые в начале приключения. Мои же метрики оказались неподходящими для удачного геймплея. Когда же характеристики оказались идеальными для дальнейшего прохождения, я попал в заветное подземелье и погиб спустя минуту. В общем, с экипировкой что-то намудрил. Но с заданием справился и нашел шлем, позже спас кита и перебрался по радуге на другой континент. Нет, сам до такого трюка я бы не додумался. Добравшись до финального замка, завалил главного злодея, получил ключ времени и проиграл, так как не захватил с собой ключевые предметы. Буду считать это плохой концовкой, но к игре еще вернусь. Thank you.